Привет, друзья! Чтобы картинка была не совсем такой неприятной, покажу, как развиваются хвосты. Вот эти я недавно показывал, скрученные листья. За неделю уже вот так выросли, кто смотрел предыдущий видеоролик. Вот эта штука стояла дома. Я ее вынес на улицу пока, потому что мы там ходим. При отъезде я, наверное, опять его установлю. Ну, не знаю, пойдет ли крыса во второй раз. В общем, вот он клей. И у меня были аккуратно налиты полоски. Я даже представить не могу, какая лошадь сюда залезла. Ну, по помету видно, что не маленькая. И она, видно, прилипла вот здесь все в шерсти. Видно шерсть, прям много шерсти. И она вырывалась прям зубами, наверное, вот грызла оргалит. Подрала его просто весь. Но все-таки она вырвалась. И корки хлеба тут даже незаметно. Тут кусок хлеба лежал, булочка прямо здесь вот в центре. Возможно, она прям с ней утащилась, а возможно, с ней был напарник. И в этот раз клей нам не помог. Были крысы, разные ловились. Но вот это я даже представить не могу, что это за лошадь. Потому что она с начала мая, как мы ездим, оставляет такой помет огромный, почти как у кролика. И так мы ее и не видели. А траву тоже всю сожрала, в доме ее нету. Ну, пока плохо искали. Может быть, убежала. Я серной шашкой пробовал, потравливал прям под домом и в доме, что самим выходить даже плохо было. Вот такие, в общем, дела. Посоветуйте, чем избавиться от крысы. А я сниму видео вам потом, как мышек ловить в огороде легко и огромными стаями. Вот такие, в общем, дела. На этом с вами прощаюсь ненадолго. Спасибо всем огромное за внимание. Покажу еще хвосты. С вами был Александр, канал Клуб садоводов Хабаровск. А вот самая огромная хвоста. Всем пока. Подскажите, чем избавляетесь от крыс вы? Первый раз вижу, чтоб летом в доме были крысы. Обычно они на зиму приходят.